96-м году, когда на грани было закрытие комбинат наш, родители этого мальчика работали на этом комбинате. То есть в один момент они оба остались безработными. И в это время ребенок заболевает, и этому мальчику необходимо было сделать шунтирование. Операция стоила $200. И пришла мама и стала рассказывать. И она говорит, вот я купила ему игрушку тамагочи. И говорит, и он каждый раз боится, что этот тамагочи, если вовремя не сделать что-то, он может умереть. Вот. И тогда родился заголовок этой статьи. Канат боится, что его тамагочи умрет. А кто поможет канату? И получилось так, что однажды в двери редакции постучались, и я на пороге, значит, возник мужчина, он мне сказал, скажите, а где его нужно Шалову Береке встретить? Я говорю, я вас слушаю. Он говорит, вы знаете, я вот прочитал сейчас материал, говорит, вот $200, вы передайте этому мальчику. Вот, сейчас канату уже 31 год, и каждый день, когда я иду куда-то на совещание в Акимат, я его встречаю по дороге.